Сем мене нухет, інтернет сотобегдаган гелгонян халте, ушорнут, видеонут, зурагут, мане тренутгаган дамжолгосо, эхилье. Сентябрин горбан мане гуренде онса гони удар. Тане мудегер, ину удар Михаил Шафутинский, 3 сентября гаже дугар оланде мудеже бало. Тет сентябрин горбан хэн байне дуте мэмутте удар балаба. Танен харалда РГРУ диджитал гаган проектын чылыжы тарулган мэмудее харулхамне. Биды зонда бәлдәрі амыржы бәхада, ұшыр дәрілдәжі, әрі ғы жән ютағай басығынтай залғобди. Әрі хорин ғорғын миллион ұншышыттай тиктокер. Мұно Москвада жағудык. Тиктогуде ғыртты бәдік бәға. Ольга Бузовате, Ганвесте, Оланды Мадежа, Тиктогуды и Булга Ханьюм. Вот это да! Какая красота! А сейчас мы научим петь, кто не умеет петь. Смотри, повторяй за мной. А-на. А-на. Носовый. Носовый. Сироп. Сироп. Оп. Оп. Ананасовый сироп. Оп, оп, оп. РТ биде дуты танылса же интервью об Абди. Юханим ВГХда эре Хурмхан Хангар болте. Зе танылса я. Тикток нужно регулярно снимать. Олон видос нужно снимаха и качественный видос снимаха. То есть, ну, у меня в основном развлекательный контент. И на другую, на иностранную аудиторию именно. Поэтому у меня подписано так много подписчиков. А эре тане хану типте. Я из Курумкана, родилась в Курумкане. Би где-то долоте, полторы аргасы бэгат. Потом переехали в Улан-Удэ. Вот. Потом 3 года назад я уехала из Улан-Удэ в Москву. И там уже начала снимать тикток. Тикток хаоса бэдэ гэдэ, а? Нет, мы уже все... Нет, сейчас уже не живем. А тикток хаоса бэдэ гэдэ, а? Да. А куды хунгэ адэ? Где-то 30. А. 30 тиктокеров. А тикток хаосу юх дагаб хэшнгад бэдэг ба тикток хаос? Ну, 30 блогеров, тиктокеров собирается и начинает типа снимать контент. Вот. Также у нас есть продюсер, который с нами работает. Вот, и находит нам рекламу и так далее. МНД, Бурят ТВ. БРТ. Витяга же на РТ Илбынха Яншин, Бурят Улыс, Хуражы Ярыба. Илбынха и Валвиндасында оражы, доғыншыт Валвиндасынар ебакшыды зурхы сатхыл буляға. Муно инадалон хонагэ гэлхэхан дылгэсэ зорык харайэбди.
Негер дам жолгам не дурбе, манес уже халбанда аражбе хейтне уренапти, дахин затра байрте.